Доброе утро, друзья! 30 мая 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Вознесение Господне у западных христиан. День Отца в Германии празднуется с 1936 года. Национальный день картофеля в Перу. Евдокия Свистунья в народном календаре. В эту пору самое время окучивать картошку. Знаменательное событие. 1431 год. В Руане была сожжена на костре Жанна д'Арк. 1593. Под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марлоу. Есть версия, что на самом деле он сбежал и стал писать под именем Вильям Шекспир. В 1631 году во Франции вышла газета под названием «La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. 1896. В Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа. 1994 год. Дебют телепрограммы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым. Родились в этот день. В 1846 году Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства. 1934. Родился Алексей Леонов, советский космонавт номер 11, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза. 1958 год. Родилась Мари Фредриксон, шведская певица, композитор, автор песен, пианистка, более известна как солистка поп-рок группы Roxette. В 1961 году Арина Шарапова, российская телеведущая, журналист, преподаватель и общественный деятель. 1981 родилась Мария Берсенева, российская актриса театра и кино, модель, предприниматель. Этот день по лунному календарю. До 2 часов 57 минут по московскому времени – день пассивности, и провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но в то же время следует завершить начатые дела. Делайте все неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей. После 2 часов 57 минут – один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов. Люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свое время, энергию и силы. Вот такой он 30 мая 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!